Всем привет! С вами снова Антон на канале «Специи по вкусу». Мой прошлый эпизод про гели с портвейна был очень интересным, но его почему-то очень мало смотрели. Я так понимаю, что, наверное, молекулярной кухни уже все наелись. Поэтому сегодня мы сделаем что-нибудь без химии, что-нибудь простое и доступное. Делать мы будем индийские лепешки наан, для которых нам понадобится всего 5 ингредиентов. Это будет мука, вода, соль, дрожжи и йогурт. Делаются они абсолютно просто. Поехали смотреть. Крути заставку. Ну что, начнем. Нам понадобится 225 граммов жирного йогурта, греческого желательно. У меня вот йогурт 10%. Нам надо взять йогурт 225 граммов. Вот у меня прямо на весах стоит сковородка. И 225 граммов воды. 50. Все это хорошо перемешиваем и ставим это на плиту. И подогреваем это до температуры от 32 до 38 где-то градусов Цельсия. То есть, когда вы туда опускаете ваш палец, температура должна быть не теплая, не холодная, должно быть одной приблизительно температуры с вашим телом. Делаем мы это для того, чтобы дрожжи смогли проснуться и начали размножаться, и чтобы наш хлеб в будущем поднялся. Также для этого рецепта мы возьмем 14 граммов дрожжей, у меня вот такие обычные быстрые дрожжи, и 14 граммов обычного белого сахара. Пересыпаем дрожжи и сахар в чашку миксера и заливаем нашей подогретой смесью воды и йогурта. Хорошо это все перемешиваем и добавляем туда 500 граммов обычной белой муки. Я это все делаю на весах, просто для удобства, чтобы не отдельно все не взвешивать. Вот так вот, раз, 500 граммов. И туда же добавляем соль по вкусу. Ну что, небольшие приключения, вкусы-то они бывают разные, я уверен, что у нас все отлично получится. Итак, здесь у нас 225 граммов йогурта, у нас 225 миллилитров воды, 500 граммов муки, 14 граммов дрожжей и 14 приблизительно граммов сахара. И соль, как говорится, по вкусу. Ставим нашу чашку в миксер и перемешиваем это все на медленной скорости приблизительно 2 минуты. Это 2 минуты на медленной скорости и 2 минуты на большой скорости. 4 минут у нас получается вот такое очень липкое, очень тягучее, очень мягкое тесто. Теперь нам его надо переложить, возьмем какую-нибудь красивую посудину, слегка ее смажем изнутри растительным маслом, чтобы оно просто не прилипало, и переложим наше тесто из чашки миксера в эту посудину. Теперь накрываем наше тесто пищевой клеенкой и оставляем его при комнатной температуре ровно на полчаса. Вот наше тесто постояло 30 минут, сейчас следующим шагом нам надо его разделить на небольшие порции по 100 граммов и дать ему подняться еще раз. Оно будет очень сильно липко, поэтому первое, что мы сделаем, мы на рабочей поверхности, на наши руки, чтобы вот этого не случалось, нальем немного масла. Вываливаем все это тесто на рабочую поверхность и теперь нам его надо разделить на 10 равномерных кусков, приблизительно граммов по 100. У нас 102 грамма или 98 граммов, как бы небольшая разница, главное, чтобы они были приблизительно одинаковые. Следующим шагом нам надо сделать из них вот такие большие упругие шары. Вот так вот это делается таким движением руки. Ну вот получилось 9 таких вот красивых шариков. Сейчас мы их накроем каким-нибудь полотенцем, желательно чистым. И оставим еще на 20 минут и вернемся через 20 минут, посмотрим, что получилось. Прошло 20 минут, давайте посмотрим, о, какие огромные получились. Теперь то, что нам надо будет делать, надо будет брать по одному. Так, ставим их в сторону. Нальем растительного масла опять сюда. Берем один из наших шариков и теперь его, как обычную пиццу, надо просто растянуть. Так вот. Не жалейте здесь масла, потому что тесто очень липкое. Он будет ко всему прилипать. Если получаются небольшие дырочки, это очень не страшно. Получается, края немного потолще, центр дырявый. Вообще, какой формы оно получается, не совсем абсолютно никакой разницы нет. Теперь берем вот это вот тесто и кидаем его в духовку. В духовке у меня стоит камень для пиццы. Если у вас камня нет, отлично все получается на обычном противне. Или если вы хотите просто это пожарить на сковородке, просто ставьте сковородку на максимум. Сковородка должна быть чугунная обязательно, потому что тефлоновая сковородка на большой температуре, она просто сгорит. Если у вас есть чугунная сковородка, ставьте ее на максимум. Когда она раскалится чуть ли не до красна, кидаем на нее
сверху наш хлеб и ждем минуты две. В духовке у нас получается, духовку я поставил на максимум, сколько она у меня там тянула, я не знаю, градусов, наверное, 240, наверное, 230 по Цельсию получилось. На самом деле духовки могут прогреваться и до 500 градусов в режиме самоочистки, но тогда духовка закрывает просто дверь. Если вы хотите обрезать вот этот вот крючок, который держит дверь, тогда духовку можно поднять еще выше, то есть градусов до 500 Цельсия, тогда этот хлеб получится еще лучше. Но так как у нас этой опции нет, духовка у меня разогрета градусов до 230 где-то Цельсия, сейчас я кину мой хлеб прямо на камень для пиццы и посмотрим, что получится. Давайте его еще сверху помажем. Немного я тут растопил масло с чесноком просто. Вот отлично получается такой вот нан хлеб у нас индийский, как из тандура практически, один в один, видите. Вот, я его еще сверху помазал маслом с чесноком и немного посыпал дикого чеснока наверх, типа для красоты. Запах просто божественный. Сейчас я дожарю последние два и попробуем, что получилось. Мягкий пористый хлеб с чесноком, с маслом. Все как надо. Свежий нан. На самом деле очень мало существует вещей, которые будут вкуснее, чем свежий нан прямо из духовки с маслом и с чесноком. Просто вообще обалденно. Попробуйте, у вас все обязательно получится. Это очень простой рецепт. Единственное, что здесь надо, это немного времени, чтобы тесто подошло. Подавать его можно и с мясом, и с сыром. Можете на него смотреть, как на обычную пиццу. То есть, если, например, прежде чем как его жарить в духовке, вы сюда наверх положите, допустим, пепперони какие-нибудь и сыр, то получится пицца. Просто немного вкус будет от обычной традиционной пиццы отличаться. Но фактически это тот же самый плоский хлеб, который можно заворачивать. То есть, если взять, допустим, кусок и сюда положить какой-нибудь там овощи, мясо, сверху полить соусом и все это вот так завернуть, то получится замечательная такая шаурма. Спасибо еще раз, что вы меня смотрели. Не забывайте подписываться на канал. Кнопка подписки где-то вот там. Мое следующее видео будет в пятницу. На сегодня все. Всем пока.